Сначала я исполню акапельную песню «Сыграл торнадо», вы все хорошо знаете. Ближе, ближе, ближе микрофон, пожалуйста, рассмотрим. Поподробнее невесту. Нет, я подальше, чтобы звук летел, все как положено, как в горах. Представим, что мы находимся сейчас на Урале, в горах. Поет «Жаворонок», песня «Сыграл торнадо», которую вы все хорошо знаете наверняка. Вот я бы хотела исполнить сегодняшний такой знаменательный день. Сэмрай, бабушкина мама, поет моя мама. И когда я услышала эту песню «Сыграл торнадо», еще будучи маленькой, мне так понравилось, и я попросила маму свою
научить меня петь эту песню. И эта песня, вы знаете, это ведь народная такая вещь, и она передается из уста в уста. И именно мелодика особенная. У каждого вот на Урале, да, в каждой местности своя мелодика есть. И вот именно та мелодика, которую я исполнила сегодня, это мелодия моих предков. В каком крае? Училинский район. Ну, это родина. Да, я тоже слышала. Да, ой, какая радость. А сейчас я исполню свою авторскую песню, которая была написана на основе тоже Зентуру. Называется «Тугангир». Она была написана совместно с мамой. Моя мама написала текст этой песни, я написала мелодию. И сейчас я исполню эту песню.